2 июля в Даугавпилсском краеведческом художественном музее состоялось знаменательное событие. 50-я юбилейная выставка с момента проведения первой ежегодной художественной экспозиции местных художников в 1971 году. С тех самых пор была заведена добрая традиция Дней искусств, которые обычно проходили в апреле. Из-за условий пандемии ее пришлось перенести, но теперь каждый желающий может насладиться самыми новыми произведениями искусства от Ассоциации художников Даугавпилсского региона. В основном на выставке представлены работы, созданные в последние полтора года, выполненные в разных стилях и технике. Кроме того, есть и творения старых мастеров. Эта экспозиция проходит под знаком объединения поколений, где встречается опыт мастеров и свежий взгляд молодых талантов. Интересно то, что здесь в ассоциации художники представлены из разных поколений. На этой выставке есть работы тех художников, которые у истоков появления ассоциации находились. Также есть и совсем молодые, и очень приятно, и что радует, более мудрое, опытное поколение может передать свое видение мира, свои таланты молодым. Я знаю, что в ассоциацию каждый год принимаются новые художники, молодые, которым дана возможность раскрыть себя, показать свое видение мира. И таким образом сама ассоциация всегда наполняется, обогащается новым креативным веянием. Ассоциация художников Даугавпилсского региона существует с 1998 года и объединяет живописцев, графиков, скульпторов, керамиков, дизайнеров, мастеров текстиля и других направлений. Члены объединения всегда рады новым талантам и с радостью поддерживают тех, кто хотел бы стать частью этой творческой группы. Посмотреть на работы юбилейной выставки в Даугавпилсском краеведческом художественном музее можно будет вплоть до 12 сентября. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.